Ну, что касается волонтеров, у нас всегда их не хватает в приюте. Это прям очень... Это самый необходимый, наверное, ресурс в приюте – это волонтеры. Потому что волонтеры, ну только волонтеры могут уделить собакам, которые здесь находятся, достаточно времени и хоть как-то, ну, разбавить их вот такую вот приютскую жизнь прогулками, своим вниманием, своей лаской. Волонтеры, собственно говоря, при помощи волонтеров нам как-то получается продлевать собакам жизнь в приюте, потому что собаки в основном возрастные, они уже начинают болеть, и, к сожалению, не все можно сделать в приюте, не всю помощь оказать. Поэтому силами волонтеров собаки вывозятся на диагностику в какие-то профильные клиники. То есть у нас здесь нет ни аппарата УЗИ, ни рентгена. Опять же, это все делают волонтеры, и потом уже по результатам диагностики собаки могут здесь находиться, получая какое-то необходимое лечение. Вот. Силами волонтеров собаки у нас пристраиваются, потому что очень необходим пиар. Пиар и в соцсетях, и на каких-то специальных сайтах. Просто до этого, до всего руки не доходят. И, к сожалению, пиар, ну, только благодаря этому собаки находят свой дом, свою семью, своего человека, потому что, к сожалению, проходимость в приюте не такая большая. И не так много людей берут собак из приюта. Многие об этом даже не задумываются. Некоторые не знают, что вот собаки, которые находятся в приюте, они очень социальные. Они такие же, могут стать такими же домашними питомцами, как и любые другие собаки, купленные в зоомагазине. У большинства людей есть такое мнение, что собаки в приюте дикие, несоциализированные, опасные. И, как правило, люди даже не рассматривают для себя возможность взять собаку с приюта. Ну, собаку, кошку. Вот, поэтому нам очень нужны волонтеры, нам очень нужны руки. Это нужны люди, которые постоянно будут ходить, будут знать собак, потому что нам очень нужны мужчины, потому что очень много мы делаем какой-то такой хозяйственной деятельности, тоже утепление вольеров, там что-то прибить, что-то приделать. Опять же, социализация собак, потому что очень много собак крупных, которыми нужно заниматься, которых нужно просто выводить на выгул, выводить в рощу, гулять с ними на поводке, а мы, хрупкие девушки, не можем этого сделать. Вот, поэтому очень нужны мужчины. Так что мы всех приглашаем в приют, всегда рады и с удовольствием примем и покажем все, что мы тут делаем.